Ну что у тебя там, сова? Привет. Давно мы тебя не показывали, да? А у тебя все так же, все, да, скажи? Все, скажи, все так же. Пойдешь гулять? Или ты не соглашаешься? Ёленька. Все такая же сова доброва, да? Одно яйцо я у нее уже забрала. Теперь у нее их там три. Да. Вот. Это чье? Твое? Я возвращаю. Да. Иди погуляй. Лёд, иди. Иди, иди. Так, у тебя там горячо внутри. Ой-ой. Не пойдешь? Давай, давай, вставай. Нет? Такая, зачем вы меня, скажи, трогали? Что это вы такое делаете? Сейчас я тебе... Держи. Так, три штучки. Ветер опять сильный. Что-то ночью не утекает. Обычно не утекает, не утихает. Обычно ночью должен утихать. Ну все, скушаешь, да? А я пойду. Давай, елочка. Такая возмущевая, прям вообще грозный взгляд. Пойду. Чего хозяйничаешь? Закрывать тебя? Надо ему вход вырезать вот так вот. Да, Луч? Ты где там? Нравится, скажи, мне очень эта полочка ваша. Что, тебя почесать? Ты на руку смотришь, да? Да, скажи, почесать. Ай! Все, закрываем. Хова? Лучик, ты где? Вот он. Прижался такой к дверке. И нормально, да, Луч? Скажи, нормально мне. Ты будешь выходить? Так оставлю. Это пикают с плюшки. Я сейчас на ночь сюда занесла в тепло вот растения, чтобы не померзли. И вы не представляете, какая тут стоит вонь. Вонь собачьей мочи. То есть вот этот пес слепой, пока шатался, выбравшись из ошейника, он обоссал все горшки. Я не знаю, что будет с растениями. И я не понимаю, куда именно он попал. Но это ужасно. Просто я не знаю, что делать. Я вот это... Ну, смотрю, кто чего. Куда. Вот здесь вот еще стоят. И прям... Как вот так можно? И кто-то там в комментариях писал тоже, что... Ну, может... Можно не привязывать, типа ходит и ходит, никуда не уйдет. Угу. Это ужасно, просто ужасно. В общем, я ему надела шлейку кубика. Он пытается ее снять. Уже сразу не стесняясь. И он это сделает. Нельзя! Ты что делаешь? Зачем?
Сиди так и сиди, как сидел. Ее не затянуть сильнее, она на большую собаку. Мне кажется, он ее снимет. Охренеть вообще. Сегодня только вторник. Тебе до субботы сидеть. Мороша, пойдем цыпленка возьмем и домой пойдешь. Да, Кошенька? Коша? Он не из цирка ушел вообще, а? Ну это же просто. Ведь получится. Не, сорока смотрит там еще. Ой, нет, так не получится. Он хочет это снять. Мараш, ты ушла там, да, к лучику? Да, весьма такой упертый песик. Вот я не знаю, а как его держали тогда, интересно? Или там, где он жил, он просто не хотел отвязываться. Все, иди отдыхай, да. Хватит. Крыс он так и не тронул. Не ест он крыс. Ладно, пойду кормить.